вас хоронить не на что. У нас денег нет. Думайте, как вам определиться. Ну вот я и определяюсь. А Господь милостлив, людей посылает добрых. Вот откуда и вас прислал. Чудом, да? Так, ты уже Анна Владимировна, как вы считаете? Да. Ну, конечно, коза в таком состоянии, что долго рожала. Она последний, если выживет, все хорошо, ну дай бог. Мне не так, ну как, жалко ее, как это, что привыкаешь. И как пастушок, жалко, что она как мне пастушок. И что, мне сложно было бы ее куда-то деть. По деревне ходи, а я уже в движении ограничена. Я и в магазин не хожу. Мне вот Наташа, вот эта наша деревенская, она меня спасает. Ну, это хорошо, что мир не без добрых. Да, и пирогов принесет, напечет, и это, и свекольничка, и что там свежее такое несет. Я говорю, Наташа, да у меня же, я же варю, у меня есть. Ну, все равно вот, спасибо, храни ее Господь. И она сама инвалид. Ну, вот,